Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 18 сентября 8-летие своих детей Лизы и Гарри. Праздник прошел в домашней обстановке, в замке Звездной Читы в деревне Грязь. Однако артисты принарядились на тусовку в праздничные облачения, достойные выхода на красную дорожку. Алла Борисовна примерила свой любимый Total Look в черном цвете. Она выбрала рубаху, шелковые брюки с высокой талией, которую дополнительно подчеркнула ремнем, а также митенки и кокетливую шляпку. Кристина Арбакайте, старшая дочь Примадонны, облачилась в силуэтное платье с актуальным принтом тай-дай. Ее невестка Алена Краснова в нюдовый костюм из кожи с асимметричной юбкой. А вот мужчины знаменитого семейства предпочли более демократичные и простые луки. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выбрал рубаху в крупную клетку и брюки цвета лата. Муж народной артистки – пиджак из денима, черные джинсы и припыленно-голубую футболку. Звездная семья впервые за долгое время сделала общий снимок, который обнародовала в личном блоге Кристина Арбакайте. «Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось 8 лет. Наша большая и дружная семья желает вам счастья», – подписала его старшая наследница Пугачевой. Нашего Дарт Вейдера. Мы верим, что ты будешь играть честно, поэтому закрывай глаза. Дарт Вейдер решил наградить тебя вторыми ножницами. Но подарок должен отрезать всего один. Готов? Один подарок. Давай. Все подарки. Поздравляем! Молодчина! Великолепно, молодец! Прекрасно, кто у нас идет следующий? Давайте, молодой человек, ваша очередь. Юный джедай. Вам нужно ненадолго закрыть глаза, взять ножницы и срезать себе подарок. Эрик приступает к выполнению задания. Он просто серьезный видом, не вынимая руку из кармана, забрал подарок и счастлив.